Сроки и способы применения минеральных удобрений во многом влияют на урожайность. Но влияют ли они на вкусовые качества? В этом нам помогут разобраться эксперты, которых мы пригласили сегодня, и они приготовили нам дегустационный стол, где мы отведаем овощи из супового набора. На базе Федерального научного центра овощеводства была проведена дегустация урожая 2020 года моркови сорта «Маргоша». Целью дегустации было выявление влияния систем питания на вкусовые качества продукции. Четырьмя дегустаторами выступили научные сотрудники и специалисты центра овощеводства. В опыте участвовало три системы питания и контроль без удобрений. Первая система питания включала в себя удобрения Apaviva NPKS 8-20-30 плюс 2 единицы серы в дозе 230 кг на гектар в качестве основного удобрения, а также карбамид нитрива N46 и жидкое комплексное удобрение Apaliqua NP11-37 в качестве подкормки. Вторая система питания включала в себя удобрения Apaviva NPKS 8-20-30 плюс 2 единицы серы в дозе 230 кг на гектар в качестве основного удобрения и карбамид нитрива N46 без использования ЖКУ. Третья система питания включала в себя удобрения Apaviva Plus NPKS 5-15-30 плюс 5 серы с содержанием кальция в дозе 400 кг на гектар в качестве основного удобрения, а также карбамид нитрива N46 и жидкое удобрение Apaliqua NP11-37 в качестве подкормки. По результатам дегустации все четыре эксперта отметили, что наилучшими вкусовыми качествами, внешним видом и сладкостью обладает морковь с применением первой системы питания. На второе место эксперты расположили морковь с применением второй системы питания. На третьем месте оказалась морковь с применением третьей системы питания соответственно. Последнее место единогласно заняла морковь без применения удобрений.